На сцене только педагоги. В детской школе искусств номер 2 состоялся концерт, посвященный сразу двум праздникам. 1 октября отмечался День музыки, и вот уже грядет День учителя. Педагоги играли и пели сольные выступления, дуэты, а также выступления квартетов и ансамблей. Наша школа, она самая замечательная в нашей области, потому что у нас 6 заслуженных работников культуры. Ни одна школа, я думаю, даже и в России не может похвастаться таким количеством замечательных педагогов.